Как мило, что вы любите друг друга. Ночи и дни для любви они. О, да. Фу, отстой. Сам ты отстой. Не, я не отстой. Ты любишь мусор. Ты тоже любишь хлам. Все вы тут любите хлам. Если нет, то почему подняли из-за него такой шум? То есть, их дома для тебя просто хлам? Не говори так о моем трейлере. Да, не связывайся с перцем. Да. А что стряслось с твоим трейлером, перец? Ну, после ссоры с Солем я поехал в парк Джошуа 3. Хотелось тишины и покоя. Ноутбук с собой взял. Так, посмотреть кое-что. Видео с птицами. Итак, енотить меня, колотить, мы находимся на Джошуа 3, кто ж придумал эти названия? Время у нас сейчас 11 утра, и сейчас мы схомячим, точнее затащим в нашу дырищу вот этот вот замечательный трейлер. Ну что ж, понеслась жарень. Так, я уже в нетерпении. Где моя дырочка? Вот она, вот она. Так, с чего бы начать? Чего бы схомячить? О, поломана гитара. Давай-ка ее заберем. Отлично. Салямба! Смотри-ка, Салямба на трейлере висит. Точнее, сидит. Впалит на мою дырищу. А дырищка тут вот камушки собирает. Птичка, это что такое было? А, это уголек упал. Я думал, она какнула. Так, уголек собираем. Костер собираем. О, пожарище там у нас в дырище пошел, смотри-ка. Так, а это что у нас на деревьях такое растет? Дерево могу собрать? Нет, не могу. Ладно, тогда. Вот, еще уголек упал. Собираем. Огонь. Оу! Что происходит? Ну-ка сюда. Я дерево поджег. Офигеть, смотри, с него все попадало. А что это такое? Что это падает с них? А, не важно. Главное, что это я собрал. Уголек еще один. Спасибо. Быстренько поджигаем это дерево. Ох, как круто. Ворона мне помогает, получается, что ли? Так, их забираем, поджигаем. Блин, кактус не забрал. Сейчас соберем кактус. Падаем. Ооо, круто. Блин, я бы, конечно, еще деревья утащил под дно. К себе в пещеру. У меня там крайне не хватает деревьев. Ну что, вроде бы я могу утащить... Да. Утащил весь стол со всеми принадлежностями и ноутбуками. Так, трейлер мне бы не поджечь. Птичка, давай прыгай ко мне туда. Чуть птицу не поджег. Сейчас бы бройлер получился какой-нибудь. Ой, вот и бройлер этот, как она? Птица-гриль, ворона-гриль получилась. О. Забираю седуху. Трейлер... Ой, трейлер перевернул. Опасно. Салямба, давай на дно иди. Со своим трейлером. Есть. Так, ну что еще здесь собрать? Я, в принципе... А, вот эти вот штуки еще не собрал. Че, ну все, вроде бы. Пусто, чисто. Сектор клин. Я все собрал. Ништяк. Машина. Надо ее собрать. Надо срочно собрать еще и камни. Ёшки, колотёшки. Камушки собираем, конечно же. Буду строить енот-град свой под землей. О, огонь. Так. Блин, я бы, конечно, еще вот этот гриль с собой забрал, но он чуть не забирается. Ну что ж, машинка, поехали со мной. Огонь. Че, вроде бы еще вот этот камушек остался. Целых два. Ничего себе, вот этот я упустил момент. О, наконец-то я деревья могу собрать. И гриль собрал. О, моя мечта сбылась. Салямба летит прямо на дно. Отличная доставка. Йоу. Че у нас в мусоропеде, че мы там набрали? Во! Это, короче, дерево называется юка. Старое уродское дерево. Не хватает только рыси и зыркающей с верхушки. А, понятно. А что ж на нем растет, это вот эта загадка. Ноутбук. Ноутбук Салямбы стащили. Кастрюля у нас была уже. Гриль, наконец-то я могу теперь готовить. Угли, конечно, для гриля. А, во. Огрубевшая трава. Нет, это не то. Это трава. Камни знаем, что такое. Гитара знаем. Ну и машина, что? Мусорный бак, который можно водить. Отлично. Эх, погнали дальше. Хорошего дня уборки. Есть вопросик. Не пришло в голову спасти деревья? Или совсем уж увлекся видосами с птичками? Ну, я... Этим деревьям сотни лет, да не древние. Но... у вас с братом прибабахи, чувак, просто признай это. Нет, я уже не смотрел на птиц, ясно? Так а что ты тогда делал, перец? Писал письмо. Птицы! Нет, остряк ты мусорный, брату, Солю. Ты серьезно? Да, хотел извиниться, не стоило разбивать твою гелевую лампу.
и жрать тот гель. Тут я был неправ. Пирчик. Да все окей, чувак. Гель это ведь самое вкусное. Ги. Да уж, ги. Гу-гу. А, ой, ну вы уморы. Итак, как я помирил рассорившихся братьев, помог должностному лицу разобраться со змеями, подарил ребенку радость полета. Да я герой ёкарный. Вот ты, волосатик. Чё? Кем работаешь? Взрывчатку продаю. Ого, круто! Ну, в смысле, это как-то стрёмно, чувак. Разве обеспокоенная общественность не мечтала в хлам разнести твой киоск с пиротехникой? Ради безопасности. Чё? А, не, у меня совершенно чистый бизнес. Все разрешения, какие только есть, Дон Канти. Пиротехника вообще безопаснее езды за рулем. Парковка Б. Ну что, у нас 11:16 утра. Мы находимся на парковке возле ларька с пиротехникой. Сейчас мы проверим, насколько она безопасна. Затаскиваем весь хлам в мою норищу. Так, кирпичик. Норищу. Нору, надо было сказать. Да, пофиг уже. Это чё, вода, что ли, была? О, смотри, ещё пиротехника. Она тут появляется и появляется. Прикинь, она с ларька выпадает. Ладно, давай еще возьмем. А, прикинь, она не увеличивает мою нору. Я могу вообще вот так стоять просто весь день. Кучу пиротехники набрать. Ай, надоел, ладно. Собираем. Чё это, дошик? Дошик. Это что у нас, кола, походу. Реклама. Сейчас скажут, это реклама. О, божечки, нет, я не рекламирую. Я же енот, я собираю хлам. Здесь кругом хлам, ребят, кругом хлам. Так, кактус, отлично. О! Нормас, я сейчас могу поджечь пиротехнику. Давай попробуем. Огонь. Салютик! Полетели! Куда летим? Куда улетим? Что произошло? Кого-то бомбанул. Но я не понял кого. Ладно, еще раз попробуем. А давай в атаку сделаем. Хопа! О, да! Еее, салютанский! А, надо птиц, наверное, сбить, да? Сейчас попробуем. Так, поджигаем. Закидываем. Вот сюда встаем. И капец, сейчас птица. Прикинь, прям в пуканище залетела, блин, этой птикахи. Птикахи, птицы. Что-то у меня. Ого. Здорово. А ты что там, попкорн, что ли? А, нет, это кукурузу хомячит. Енотская моя дыра. Сейчас мы решим этот вопрос. Поджигаем. Забираем. И вот так вот. Полетели! О, нифига себе. А, почти. Я думал, сейчас упадет сразу же. Ладно, сейчас еще подожжем. Забираем. Вот так. Салютанский. Эх, чуть-чуть еще не хватило. Надо еще подорвать. Ой, забыл. Давай, полетели. Еее, я его ловлю. А где дыра? Куда она исчезла? Я его поймать хотел. Он, наверное, нормально шлепнулся. Собираем кукурузку, чемоданчик отличный. Чувак, пошли со мной. Попкорн, огонь. Он же кукурузу ел, точно. Блин, сколько попкорна. Ох, сегодня будет пикник. Не могу вон тот кусочек собрать. Ай, ладно, фиг с ним. Какая у меня здоровая нора. Сейчас туда все провалится, ёкарный. Все. Сейчас точно пол земли заточу. Что происходит? О, фейерверки мои. Смотри-ка, был день, сразу ночь настала. Снова день. А крокодайл спит. Отличная доставка, да я знаю, я вообще самый лучший доставщик пончиков в мире. Ох, мусоропедия, будем туда залазить? Да не, нафиг, топ, погнали дальше. Бабах, я просто наводил порядок по соседству. Ну, еще у кого есть претензии? У меня... Правда, это больше к Мире. Ого-го-го-го. Пришел твой черед, Мира. Ко-ко. Что ж, Мире много что известно. И думаю, это должны услышать все. Даже эти птичьи маньяки? Да, рассказывай. Ох, я знала, что еноты делают дыры. Знала все это время. Да ладно.